я безумно благодарна ребятам, Белоголовцеву, Наташе и Сереже, которые акцию эту устроили, позволяют нам оставаться людьми. Потому что я, например, не чувствую в себе силы быть лидером, да, собрать. Ну, возможно, наверное, когда какая-то острая необходимость наступит, я смогу это сделать. Сейчас я в качестве только творческой единицы, которая может поддержать. Я с ребятами знакома с их семьей, и представляю, как Наташа в ней просто тяжело, потому что в ней все мужчины, все четверо, еще у них две псины, они тоже мужчины. Вот, Наташа в этом смысле, конечно, просто и локомотив, и муза, и печень, мозг, сердце, все на свете этой семьи. Вот, мы ее печенюшей, кстати, называем. И как для любой семьи важно в воскресенье поехать кататься или, там, не знаю, собрать лего или посмотреть вместе кино, необходимо вот это вот все и делать, собственно. Испытывать такие эмоции, ощущения, когда рядом с тобой человечек находится, который безумно хочет это сделать. Некоторые приезжают, которые еще даже вообще не умеют чего-то там совершать в своей жизни, самостоятельно встают на лыжи и едут. Но это, ребята, это такие эмоции, ну, как бы это даже не обсуждается. Дай Бог, чтобы у нас у всех рождалось такое чувство необходимости, неравнодушия, там, пока только эмоции. Когда это все сформируется в схему и в тезисы, об этом можно будет уже как-то, ну, конкретно, да, говорить, и чем можно помогать и привлекать народ –